Говорят, что волшебство давным-давно исчезло из нашего мира, и что люди уже не верят в исполнение желаний и Деда Мороза, но продолжают мне писать. Вот. Тем, кто разучился смотреть на мир глазами ребенка, я поведаю историю о двух мальчиках, чьи письма мне понравились больше всего. Елка, наряженная на Новый год, это замечательно, не так ли? Голливуд Студиос представляет интернет-шоу-сериал «Забитые». В ролях: Музыченко Юрий, Александр Анисимов, Александр Молодой, Игорь Цвицкович. Серия 4. Новогодняя. Специальный гость на конкурс. А вот и эти ребята, написавшие лучшие письма. Артём и Серёжа. И я подарю им самый новогодний подарок. Татуировки! А помогут мне в этом мои сказочные олени. Если человек делает себе татуировку, соответственно, она для него что-то значит. Вот у Артема будет изображен диплодок. Это род ящеротазовых динозавров из группы зауропод, которые обитали поздним юрским периодом в Северной Америке, преимущественно в западной его части. И самые крупные особи достигали размера примерно 35 метров. Ну вот давайте у него и спросим, зачем он себе это набивает. Тёмыч. Я Воль. Почему диплодок? Диплодок? Ну, как тебе сказать? Во-первых, потому что он действительно большой. Как вы поняли, это аллюзия на песню Высоцкого про жирафа. Один жираф любил зивантилопу. Вот, я решил немножко гиперболизировать и добавить немножко юрского периода. И получился диплодок. Про содержание смысловой татуировки, я думаю, вы и так догадываетесь. Ну что, у нас опять олдскул. Из серии в серию. Ну ничего в этом страшного нет, потому что олдскул – это крутейший стиль. Смотрите, зачастую это незамысловатый рисунок. Добавим к этому крутейшую надпись, которая полностью раскрывает смысл татуировки или наоборот запутывает человека, не давая ему шансов понять, насколько ты крутая и неординарная личность. Или наоборот. Томас, а какая там надпись у Сеги? Ну, я не помню, там какая-то сложная. Пойдем просто посмотрим. Сега, скажи, пожалуйста, что ты себе набиваешь, что это за странная композиция и не очень внятная надпись? Это не очень внятная надпись. Это же слова из песни группы «Кожаная олень» «Ля Минета Манифеста». Собственно, послушайте песню, и будет ясна композиция. Но почему если... симпатичные женские ноги торчат из... мороженого с вишенкой. И почему же? Потому что мы пилоты, мы бы наш родимый дом. Ну как это не время? Ну как это не место? К пилоткам тянет? Мама, если ты смотришь это, пожалуйста. Ладно, это мы это вырежем.
Ну, возможно, вы будете писать в комментариях, что мороженое это не по рэпу. Или не по року. Но однажды в Южной Америке произошла такая история. Обычный мороженщик, чтобы принести себе прибыль, стал подмешивать свой продукт кокаин. Естественно, все стали быстро привыкать к этому мороженому. Естественно, его потом поязали, но так и не закрыли. Так не считаете ли вы, что это и есть самый настоящий рэп? Или рок. Или рэпорок. Или рэкорэп. Или просто мороженщик, рэпер-рок. Или это все кокаин. Или это мороженое. Или все это вместе и есть самый настоящий рэп, рок, металл. Задумайтесь. Просто задумайтесь. Чуть-чуть. Расскажи, ну зачем ты бьешь тату? Зачем портишь ты кожу на своем юном теле? Вы зашли в эту студию вдвоем. По-любому вас забьем вновь забитые на теле всем рэп. Нет, че? Пацаны, вот честно говоря, ваш рэп это кал. Кал это, мягко говоря. Это вообще не рэп. Дед Мороз, от твоих подарков мало толку. Можешь выкинуть в помойку весь хлам под елкой. Можешь сжечь все письма, что я писал ранее. Лучше набей мне сочный бардак на память, чтобы я на всю свою жизнь запомнил, что мне синяя лень на теле на коле. Эскимо на банку, диплодок на голень. Дед Мороз, давай раздай нам боли. Раздай нам боли! Вот, можно смешно сделать. Давай. Давай. Yeah, on the pedestal, just listen the beat. Меня так эта тема бодрит, что в штанах стоит. Thank you.
Терапелла, это все. Всем реп. Подписывайся, Вася. Ты равновесно. Ставь лайк. Извини, не рез, пожалуйста. Да ты заебал, что ты делаешь? Это вот так, тряси меня. Блядь, ошибок. Где ты трёху уебал просто, блядь? Давай. Итак, в гостях у нас группа Анакондас из города... Астрахань. Астрахань, блядь, я думал Архангельск. Ты антиигра, тут вот азыгра. Давайте, давайте. Поехали. Пикала! Шишка! Все реки Керетома сгоняли в футболках! Используй промокод ШИШКА при заказе на сайте www.silent.ru и получи скидку 10%. 10%. Просто зайди на сайт, выбери вещи, залезь в корзину, в графе купон на скидку, введи промокод ШИШКА.